Уже идет подготовка, но просто сейчас и у меня такие, как бы плавно подход, ну, подхожу к этому именно процессу всем. То есть я вот тренируюсь уже, а ближе уже за 1,5-2 месяца уже начнется конкретно подготовка, там партнеры приедут, и будем уже все серьезно к этому идти. Это серьезный соперник, к нему надо очень серьезно тоже относиться, он бьющий, он и дышит, я смотрел его бои, то есть он серьезный соперник, даже сам нельзя расслабиться и говорить, там он слабый или что-то еще. Он тоже хороший боксер, и надо к нему отнестись. И так же сам я буду к нему относиться, как к Илории, к топовому боксеру, и готовиться к себе, ну, на 100%. Моменты всегда есть, это бокс. То есть, может, и с Илорией у меня были моменты, это какие-то ошибки я показывал, там такое, там что-то сделал не так, не доработал. А с ним буду по-другому. То есть, и опять же, это все тренера, и тренера пускай смотрят, и будем мы обтачивать вместе уже. Кино, это круто, и спасибо Юрию Юрьевичу за то, что это реализует это все, и очень круто, и мне, как бы, я рад, что в итоге первый в Киеве буду я проводить за звание чемпиона мира, то есть отстаивать.